Привет, друзья, с вами Ваймс, и это мои планы на неделю с 14 по 20 января 2019 года. На этой неделе ничего особо нового, на стримах все еще Dark Souls Daughters of Ash. Мод мне в принципе нравится. Не знаю, там есть хорошие локации, есть совершенно ужасные локации в среднем. М -м -м, средне, наверное, так. Но да пройти его я хочу, или по крайней мере посмотреть, что будет дальше. Возможно, я когда-то его и дропну. Но пока что он продолжается. 5 стримов на этой неделе, с понедельника по пятницу, 18.00 по Москве, на Твиче, Дотерс of Ash. А, Так что в плане стримов все так же, как на прошлой неделе. В плане видео все, в принципе, тоже так же, как на прошлой неделе. Ашен, может быть, Хейдес, может быть, Монстр Хантер, там вроде ничего нового нет, но может быть, что-то старое. Луна Астро Темпорт, например, нужно когда-то запинать. А, ну и, в принципе, если что-то еще новое интересное выйдет, то оно, скорее всего, на видео, а не на стримах. А, ну и как-то так. Ничего особо нового, неделя примерно такая же, как и предыдущая в плане контента. Так что на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока!